В Югре обеспечат устойчивое развитие экономики в условиях внешнего санкционного давления. Такую задачу озвучила на региональном оперативном штабе губернатор округа Наталья Комарова. Так принято решение о создании центра новой индустриализации. Он будет помогать предприятиям из сфер промышленности, импортозамещения, простимулирует инвестиции. В Югре разработаны дополнительные предложения в план действий, подчеркнул директор окружного департамента эконом-развития, вице-губернатор Роман Генкель. Они касаются помощи предпринимателям. Например, это перенос сроков уплаты региональных налогов для малого и среднего бизнеса, мораторий на штрафы и пени и так далее. Стоит отметить, что с конца февраля в Югре проводится ежедневный мониторинг цен на социально значимые продукты, товарные запасы, автомобильное топливо. По данным муниципальных властей, повышенного спроса на предметы первой необходимости не наблюдается.